Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Сергей Лав. Это коротенькое видео, посвященное первому в истории Робокрафта ивенту, который начался в эту пятницу и закончится в понедельник, но у меня не было времени, чтобы все это вам рассказать. И если вы еще вдруг об этом не знаете, то непосредственно у вас есть отличнейший шанс об этом узнать. И если вы все-таки хотите, так склоняетесь, а не поиграть для меня в Робокрафтик, эти выходные, наверное, лучший вариант. И ивент начинается, и называется, точнее, очень интересно, Армагеддон, такая игра слов, посвященная тому, что модули, ну или, по крайней мере, здесь сказано, у всех деталей, наверное, у блоков тоже, на 50% увеличено здоровье, а также щиты, то есть все более кирпичное стало. Но, да, звучит не особо привлекательно, я, наоборот, за большую дамажную составляющую, или, допустим, я бы поиграл вот 100% в ивент, где было бы плюс 50% скорости всем модулям, вот это было бы прям вообще атас. Надеюсь, в дальнейшем разработчики продолжат эту тему с ивентами, и будет рано или поздно подобный, потому что, ну, сами понимаете, это еще и классный способ, вроде как и ивент, но в то же время и потестировать, в какую сторону склонится игра и понравится ли игрокам подобная механика, и можно будет понять, может быть, действительно увеличить, допустим, броню блоком или скорость, будет это веселее. Но, в общем-то, если вас не привлекает непосредственно просто большая броня, ребят, увеличено степень получения ящиков за бои в этом ивенте. Протониумный ящик вы получаете в батл-арене не просто за первое место, но по пятое место включительно. Соответственно, ну вообще на халяву вам раздают эти протониумные ящики. Помимо этого, увеличен и дроп синего шмота из ящиков. То есть, ну, вы просто обмажетесь шмотом, если вам нужно заработать деньги в робу. Поэтому эти выходные просто идеально для того, чтобы это сделать. Но и, естественно, на сладенькое это день премиума. Я его в комментах напишу, чтобы вы его смогли легко скопировать себе. Поэтому, ну, по-моему, лучшего момента, чтобы пофармить, поиграть, пофаниться, если вы давно не играли в робо, не найти. На этом я буду с вами прощаться. На самом деле, разработчики еще писали некий отчет, план на будущее. Ну, там ничего интересного, кроме того, что вот у нас 35 человек, мы теперь трудимся, там бла-бла-бла, карты, режимы, кланы, бла-бла-бла. Мы все это слышали. Новые карты я жду уже как 2 года, если честно. И я понятия не имею, чем занимается у ребят 3D-моделист. Потому что, ну, модельки ящиков, новых вооружений, они не настолько сложны, чтобы как бы это была работа на полгода для человека, который профессионально квалифицирован в 3D моделинге и занимается этим полнорабочий день. Вот, ну не знаю, может быть, рано или поздно они действительно нам выпустят какие-то карты, которые будут выглядеть классно. Но пока что у нас есть ивент, который скрасит нам будни, а также на основе этого ивента можно будет понять, насколько же он окажется привлекательный для людей, и можно будет оценить скачки онлайна, будут ли они вообще или нет. Это тоже очень интересное наблюдение будет. Но на этом у меня уже все, ребят, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться, если вы впервые на канале. Увидимся.